Всем доброго утра. Сегодня лил дождик. И обещают дождик на весь день. И что-то мне прям не хотелось идти на работу. Не хотелось сегодня идти на работу. Но взяла себя в руки. Иду. Ну вот и сюда мужчина подошел постричься на час. А сейчас еще одна женщина подойдет. В магазине встретились с ней. В магазин зашла «Магнит. Моя цена». Вот как раз не встретились. Я взяла себе мармелад. С соком, заверяют. Не знаю, посмотрим. И что-то так захотел птичьего молока. Давно не ела эти конфеты. И тульский пряник. Обожаю вот пряники. У меня есть знакомая, которая занимается пряниками. Мы с ней познакомились на мастер-классе тортов. Она, знаете как, она и торты печет, и украшает их пряниками, например, цифра там 15, 5, ну, кому какая. Вот, и она делает пряники тематические. Например, к Пасхе, вот были у нее мастер-классы, я увидела и говорю: «Ой, Елизавета, какие пряники-то, я вообще обожаю», говорю, «так это, хочу на ваш мастер-класс, приходите, приходите». Но приходите, там дети... С детьми не люблю заниматься. Ну, детишки, это вот, понимаете как, ты взрослый, и там дети кругом будут. Нет, дети пусть отдельно. Я говорю, есть ли у вас взрослые мастер-классы? И она такая: да, есть взрослые мастер-классы. И недавно она выставила ВКонтакте пост о своих пряниках там. Так, что-то она писала, что занятия по изучению, в общем, технологии, расписыванию вот это пряников, печати без принтера. Ну, в общем, 5-6 часов где-то. Говорю, о, вот это да. Здесь идти и, в общем, до 5 там, наверное, где-то вот так. Ну, это прям для меня так долго. Ну, посмотрим. Как-нибудь, может быть, вырвусь и пойду на мастер-класс. Жарко. Я пока шла, и что-то прям жарко. В общем, пряники-то хочется испечь. Представляете, вот сходишь один раз на мастер-класс, на один, и ты уже будешь знать технологию, тесто, все, как делать, и, пожалуйста, пеки. Хочется, вот хочется это. Я почему-то кулинария, это тоже мое. Поэтому как-то надо сходить, выбрать время, сходить. Я пришла обедать в саммит свой любимый. У меня сегодня комплексный обед, вот такой вот суп с пшеном. Пшено, курица и куриная поджарка, рис и компотик. 157 рублей. Пришла с работы через магазин. Купила куриных ножек. Голень купила 6 штук. Помидоры, огурчики. Ой, матерятся. Ребята, не материтесь. Вышла с ним гулять. Так он ко всем пристает. Кто к женщине? То еще там девушка молодая стояла на остановке. Вот с ним вот так вот не идет, и все. Они над ним смеются, а он не идет. Ой, мячик упал. Мячик упал. Улетел мячик. Пойдем. Вот сидит и смотрит за игрой. Он к ребятам хочет. Они играют тут так хорошо в футбол. Идем домой, ты меня мучаешь, а? Мучаешь. Он вот наскучается дома. Наскучает, правильно сказать. И не хочет домой. Ему вот ребятишки какие-нибудь. Кто-нибудь потискал бы его. Да, Баська? Идем? Идем. Ай, шаг вперед, два назад. Вот как. Ой, стукнули как сильно. Пойдем? Пойдем. Опять похолодало. Сидим с ним уже тут на лавочке возле подъезда. Еще немножечко посидим, пойдем готовить. Не хочет он домой идти. Холодно опять. Опять тучки какие-то набежали. Даже немножко накрапывал дождик. Сейчас вроде нет.
Ну, ветер холодный. Да, Бася? Бася, ты домой пойдешься? Нет. Маме готовить надо? Хочу сейчас, это мне ужина нет. Надо готовить, надо ножки, голень потушить. С луком, с морковкой, с перчиком, с болгарским. Да? И что-нибудь отварить. У меня там картошка немножко есть. Есть макароны, рис, не знаю что. Гречку мы уже ели, макароны ели. Сейчас посмотрим. Басюль. Ну вот он, видите, что делает. Так, сейчас будем пылесосить. Я сняла постельное белье. Принесла я пылесос новый. И хочу вам показать, как пылесос работает. Мне он очень понравился. 2000 стоит. Такой вот он недорогой и достаточно мощный для таких вот маленьких ковриков. Специально взяла коврик прикроватный и коврик вот такой вот из ванной. Бась, ты нормальный? В общем, этот пылесос продается вот в такой коробке. Здесь три насадки. Одна насадка вот на нем. Потом это для щелей насадка. Басенька все проверяй. Ой, дует он носом туда. Аж звук получился. Так, руководство бесплатно. Так, пылесос DXP. 1000 ватт. Вольт. То есть. Так, вот это мы не поняли с Колей. Что это такое? Наверное, какой-то держатель. Но пока не поняли. Дурила. Дурила, Мурила. Давай покажем. Бась, прекрати. Сейчас буду ругать тебя. Так, вот этой насадкой буду сейчас пылесосить кровать. А вот этой насадкой коврики. И покажу вам. Волос я там сейчас собрала. Видно. Я не скажу, что я сильно мощный. А вот скажем, что в основном пылесос выбрали для полов. Потому что коек у нас мало. И Коля вам чистить, скажу, что прям вот сама. Все нам белая сила. Хочу сказать, что здесь фильтр. Вот этот колбас открывается. А я чищу фильтр. Вы просто делаю пятку из воды. И сам фильтр просто щипкой. Вот у меня щипка есть, вот это чищу. Значит, скажем. И вот так нажимаю. Все это снимается. Вот сам пылесос. Все. А здесь у нас вот такие запчасти. Вот. Я беру пяточкой, убираю сухой. Пыль, волосы все убираю. Получается чистая колба такая. Здесь у нас, да, сейчас здесь аккуратненько надо. А здесь у нас вот такая вот ерунда. Эти волосы, это что-то. Вот так щекаю. Убираю. Сейчас я покажу, что чисто. Не надо мочить. Все это вроде бы бумажен. Там все, и пыль, и волосы. Вот буквально смотрите. Два коврика. И такая пылища. В общем, я эту колбу на 30 грамм. Вот так собрала. И надеваю. Так. Девчонки, такие пылесосы рекламируют блогеры. Им присылают на обзор. И, конечно же, хорошо бесплатно получить пылесос, но... Ну, вот, я же боюсь его разбить. Еще сейчас я... Да щечка надо. Сейчас, минутку.
вот сюда полку.